Ресепшн. Четыре билета, 25 тысяч шиллингов на человека и $12. Сейчас ждем гида. Ну, здесь истории обезьянок, создание этого парка. Считается национальным парком Танзании. Вот товарищ основатель его. This is a very expensive wood in the world. Most of people use a special for furniture, but this one is too small to produce at now. And for that one, you see here, Phoenix Palm. And this is the mud. Here, when the dry season, we have mud. When the rain season, also we have mud. Я говорю, ищем в грязи лягушек. Так давай пороемся. Замечательная грязь. Должны в ней быть лягушки и еще какие-то красные крабы. Ни хрена тут пока интересного нет. Это очень душно и жарко. Идет Сусанин наш. Куда идет? Зачем? Okay, this one you see here is eucalyptus tree. Another one is there. Eucalyptus here. You can smell the leaf to see how. We have forest mushroom. А, замечательно, поганку нашли. Вон еще одна. Прекрасно. Отлично. Маш. Целых два гриба. But here we don't eat the mushroom. What's this? Millipede. Можно покушать, да? Yeah, another type of millipede. This is another type of millipede. The one we saw there at the forest, another one is here. Как червяк. Снэк, yeah? Это it's not snake. Это, червяк. Смотри. Не, не червяк, а видишь, это многоножка. And non-poison, you can tell. Видишь, у нее ноги, смотри. Сороконожка. Ну да. Да, непонятный какой-то маршрут. Поиск обезьян, да. В моем понимании, в лес надо идти, а он вывел на дорогу. See the monkey there.
Yeah. Лен, фотик готовь. Ага. Вот. Так. Куда вы сваливаете? Он сидит. Okay, feel free now. Take more picture. Колобас, понятно, колобас. Где? Where? The baby there. А. Let me check it. Ой, в кустах. А он может нам поймать манки? О. А już skoczyła, a mały został. Tak, tam. О, oh, I see. You see? Yes. Я не вижу. Где ты, Полин? Снейк. Хвост увидел и все. А где? Я не вижу. Вон там вот ветка, и по ней был хвост. Сейчас сбежит, аккуратно. Выпал. Куда пошел? На хвост не наступите. Лен, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Давай, фоткай. Вадим, подходи. Не, ты что, два дня в больнице лежал. И себя на укусе. Алло, Арсений. Алло, don't touch. Не трогай, не надо. 40 уколов от бешенства. Нет, это серьезно, два месяца. Они же еще, у них и ВИЧ может быть. Опасно. Опасно. Да, опасно. Ну повернись, зверушка. Была бы еда. Иди сам повернись туда. А, нельзя кормить. Катя, ты не сфоткал? Да. Нет, за еду бы не укусили. Что мне еще остается делать? Ну, как всегда, 74 фотографии. И все кривые. Да, и все на одной ракурсе. Как я начинаю плакать, начинает шевелиться. И тогда смазано тоже. So, вот одна обезьяна, которую мы смогли отловить. Yeah? Вернее, наш looking for charcoal. Of this monkey? Нет, мисс. А, муса. Муса. Муса поймал нам обезьяну, можно сказать. So this one is sick. Find a medicine, just a charcoal. When they get a charcoal, they feel fresh. Но это не такие, как тайские мартышки, им до фонаря вообще до всех. Вы не были в Китае на острове обезьян? Yeah. Я был. Вот это там трэш. Сразу всех, кто кого кусают, сразу на 3 месяца запирают в больницу. У них тюрьма для обезьян. То есть обезьяны понимают, что их могут посадить в тюрьму за нарушение. Там 3000, там вообще не пройти. Как будто вот в метро вы едете с ними. А, вон они в кустах сидят. Ага. А это и есть эта черная обезьяна? Да, да.